выставка – это прекрасный шанс встретиться с нашими, со всеми заказчиками, которые находятся не только на территории Российской Федерации, но и со стран ближнего зарубежья, то есть это и Белоруссия, и Казахстан, и даже Украина, несмотря на сложную политическую обстановку. То есть мы стараемся поддерживать со всеми дружеские отношения. Что касается участия вообще в выставках, то следует отметить то, что самым таким ключевым моментом является именно фактор общения с клиентом, фактор получения информации от клиента касаемо нужд по оборудованию, по каким-то специфическим решениям, где наша компания очень сильна и где мы можем предоставить отличные решения по, соответственно, приемлемым финансовым возможностям наших клиентов. Хотелось бы также отметить работу организаторов выставки и застройщиков в целом. Год от года участие в выставке оно становится более цивилизованным и более европейским, я бы так сказал. Вопросы, которые возникают при монтаже, при демонтаже стендов, они решаются в течение кратчайшего срока, не требуют никакой бумажной формализованности. На самом деле сейчас участие становится достаточно приятным процессом.